Очевидно, что вязаные вещи и зима созданы друг для друга, но настолько жаркой любви между ними еще не бывало. Этот сезон – настоящий триумф для вязаных вещей, в особенности вязаных монолуков. Да-да, чем больше вязаной одежды вы сумеете уместить на себя за раз, тем более трендовый лук получится. К вязаному верху и низу дизайнеры без колебаний добавляют еще и длинные шарфы, а также головные уборы в едином стиле. Это и простая вязка, скажем, такая мелкая, гладкая, и объемные костюмы с косичками, с различным узором вязаным. Уютные, элегантные и даже немного богемные платья макси. Длинные накидки и туники в сочетании с вязаными леггинсами. Мягкие комбинезоны, пальто и кардиганы, перетянутые крупным поясом. Вязаные костюмы зимы 2018 просто поражают воображение. Свитеры и водолазки идут в комплекте со свободными брюками или с женственными юбками миди. Они могут как совпадать по расцветке, так и удачно дополнять друг друга. Все зависит именно от силуэта и от фасона костюма. Если он приближенный к такому, например, как на мне надет, то, в принципе, можно отправиться и на работу, где не строгий дресс-код, и отправиться куда-нибудь с друзьями в кафе, в кино. Все-таки комфортно, тепло, удобно. Самые практичные и универсальные – бежево-коричневая и серо-черная палитры. Ну и яркие цвета отлично смотрятся на вязаной фактуре. Для тех, кто любит выделяться, подойдут комплекты с миксом принтов и броским декором в виде перьев, аппликаций и тому подобного.